Вот уже полгода владельцы личных авто живут по новым правилам. По закону они должны уплатить так называемый налог на транспорт. Сегодня механизм отлажен, хозяева железных коней к нововведению привыкли. С 1 января 2014 года собственники автотранспортных средств, как организации, так и физические лица при прохождении технического осмотра обязаны уплатить государственную пошлину за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении. Причем ее оплата производится при каждом обращении за выдачей такового разрешения. Часто у обладателей личных авто возникает вопрос на предмет того, можно ли рассчитывать на возврат излишне уплаченного платежа, если в течение года автомобиль переходит от одного хозяина к другому. За ответом на этот вопрос мы обратились в налоговую инспекцию по Ленинскому району. Нормами налогового кодекса возврат или зачет уплаченной суммы госпошлины за выдачу разрешения на допуск транспортного средства налоговыми органами в строго ограниченных случаях, среди которых продажа транспортного средства не указана, и, соответственно, рассчитывать на ее возврат в этом случае не стоит. При этом владельцам железных коней стоит учесть еще один нюанс. Механизм уплаты пошлины при прохождении технического осмотра действует и в том случае, если в этом году вы обзаведетесь еще одним авто. Следовательно, за выдачу разрешения колесить по транспортным артериям страны на вновь приобретенном автомобиле вам также нужно будет уплатить предусмотренный налог по соответствующей ставке.